Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, задание. Пройти серию испытаний. Ну-ка, давай-ка быстренько с тобой пробежимся. Вот здесь, например. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, этого будет достаточно. Я распылил лишние ДНК, и теперь у нас как-то немножко построение изменилось. Ну что, урок, кстати. Поехали. Ага. Ну, не минусанули мы его, к сожалению, пока. Давай, наверное, запульнем ракеты. Хлоп. Минус кланфуд. Минус еще кланфуд. И переходим с вами на последнюю, вторую волну, где нас встречают вот такие вот абормотусы. Так, у меня нет сюриков. Интересно. Так, Донни, молодец, добил. Так, теперь, наверное, вот сюда надо будет ударить. Две атаки. Минус нейтрализатор и валунчик. Я думаю, что им будет крышка. Хм. Не тут-то было. Минус Джастин и минус Пиццелицей. Все. Здесь прошли. Кстати, у нас, по-моему, достаточно мутагена, чтобы прокачать нашего Пиццелицева до 70 уровня, насколько я помню. Именно на этом мы с тобой остановились, да? Так, заберем здесь награду. И вот сейчас-то как раз мы и глянем. Так, Пиццелицей, ты где у меня? Ой, почему Пиццелицей? Паукус. Да, 70 уровень. Поэтому прокачиваем сразу же ему вот эту липкую ловушку. Трындец. Теперь у нас не хватает мутагена. Не понос так золотуха. Ну что ж делаешь, придется теперь копить мутаген. Ладно, сразиться в боях. Что же мы тогда будем с тобой искать на этого самого паукуса? Давай определимся. Так, куда он делся-то? Что-то я не понял. Вот он. Значит так, здесь у нас... Так давай вот это прокачаем. Тут-то оно хватает. Так, один нож для пиццы. Нам не так надо. Один нож для пиццы мы нашли. И получается 6 вот таких вот кружек. Одна. Вторая. Третья. Так, третья кружка, да? Четвертая. Ну давай, господи, ну что ты начинаешь ломаться-то? Пятая и последнюю. Да ё-моё, комиксы всякие выпадают. Шестая, все, хватит мутагена у нас на прокачку. 4000 хватает, друзья мои. Ну что, пятая ступень. Клыки паука, а вот здесь уже хо-хо-хо. Здесь уже посерьезнее, да? Так, джойстик. А, мы уже все с тобой собрали. Можно завершать. Раз, два, три. Ну что, с чего будем начинать? С турнирки или с испытания? Давай-ка мы допройдем с тобой вот эту вот классическую бойню. Поехали. Рокстеди, рокстеди. Айда. Как говорится, друзья мои, я автоматически ставлю на автобой, чтобы они тут сами разбирались. Как говорится, мне даже тут, чтобы не вникать. Они без меня тут справятся. Сам понимаешь, 20 уровень — это для них расплюнуть, растереть в порошок и пустить по ветру. Тем более тут кланфутовцы, ничего страшного нету. Так, а вот в конце у нас будет Крэнк, да? Крэнк и Шреддер. Ну, Шреддер нам не нужен. Классический. А там даже не классический. Подожди, или нужен? Нет, классику мы прокачали. Нам нужен только Крэнк. Все, ребята. Остальное у нас все есть. А, вот Рокстеди, да, мы с тобой здесь получаем ДНК на Рокстеди. И, соответственно, лучше всего фармить уже не здесь, а вот здесь. Потому что вероятность выпасть Рокстеди и Бибопа увеличивается. Но знаете, что самое обидное? Что у нас выбор. Либо мы с тобой должны, как говорится, не бустить, а фармить Рокстеди с Бибопом. Либо... Крэнга, но я вот не помню, по-моему, у нас
на последнем событии, если мы его проходим, там как раз будет у нас и Крэнк, и Шреддер, и, по-моему, тот же самый Бибоп, и Рокстеди. То есть они все будут в совокупности, и там уже, как говорится, повезет, не повезет. Естественно, будем с тобой фармить тогда последнее событие. Но ты не забывай, что у нас еще есть одно событие, где будет разыгрываться Шинигами, по-моему, да? Ну, я думаю, Шинигами подождет, потому что в любом случае мы ее можем получать за монеты, именно за золотые, да? А вот Бибоп и Рокстеди только за жетоны. И причем там очень-очень дорого все это стоит. Так, ну что, у нас четвертый эпизод, естественно, на автобое, также его проходим. Даже, как говорится, не замечая наших противников. Вот единственное, что потом, наверное, нам придется убрать Сплинтера. Спросишь, почему? Ну, потому что, во-первых, он 71 уровня, друзья мои. Ну, а во-вторых, у него не прокачаны скиллы. Или у него прокачаны... Нет, у него прокачаны скиллы, но они нам как бы там не помогут особо сильно. Так, а вот тот самый классический Шреддер выходит, который, конечно же, захватил 6-й канал для того, чтобы объявить Манхэттену, что типа он похищает, да, его. Ну вот он за это и получил по первое число. И мы с тобой двигаемся дальше. Так, на арене сегодня будет опять же продолжение буста. Я так это могу назвать, потому что нас наверняка там сбросили фиг знает куда. И мы с тобой должны будем опять подниматься к вершине успеха. Давай, ребятушки мои, 4 волны, я думаю, вам это под силу. Без моей, как говорится, здесь помощи. Сразу минус клан Футовец и, соответственно, Маузеры. На второй волне у нас Бибоп стоит один. На третьей, по-моему, будет Бибоп вместе с Рокстеди. Так, защиту сделал. Рафаэль берет провокацию. Ну, в принципе, нормально, логично все это, да? Сплинтер тоже делает лепту свою, как говорится. Сделал баф. Вау, тыдыч. У этого Бибопчика, кстати, удар похож, как у Рокстеди. Только Рокстеди разбегается, да, спотыкается и бьет. А этот, например, с гранатометом летит. Удары, в принципе, идентичны. Ну, тут вообще разобрали на изи. Так, и последний у нас кто там? Бибоп, Рокстеди, ну и кланфуровцы вместе с консервными банками. Слушай, ну Донни хорошо сейчас ждет. А, тут 55 уровень, что я сравниваю. 55 уровень у нас мог бы и 70-ник разобрать, в принципе. Так, ну а мы с тобой двигаемся дальше. И предпоследняя, насколько я понимаю, будет сейчас битва. А нет, не... тут аж 8 эпизодов. Не 7, не 6, как обычно, а 8. Вот такие вот пироги. Так, давай, хоп. Мне нравится вот сейчас два события проходить. Вот это, где классику, да, полностью разыгрывают. И еще события, где у нас мутанты, животные вот эти вот. Рокзар, ой, Рокзар. Слэш, где разыгрывается. Кто там у нас еще? Роквелл и Пит. И Кожеголовый. Вот это вот крутое тоже событие, которое нужно проходить. Для фарма вообще идеально подходит. Так, ну что, у нас с тобой только вторая волна. Че себе, ну ладно. Разобрали, переходим на третью. Бибоп и Рокстеди. 65-й у них ранг. Ну, пока Сплинтер здесь справляется. А вот со следующей волной, я не знаю, наверное, будет убирать его, скорее всего. Ну, наверное, так. Потому что он будет 71 уровня, а следующие противники будут тоже 70-ники. И, естественно, они будут атаковать в первую очередь сплинтеры. Поэтому, наверное, лучше перестраховаться и не взять просто-напросто его на битву. Почему Майки решил забомбить в первую очередь Паукса? Я не понимаю. Рафаэль, давай сдачи. Отлично. Майки мог бы здесь сделать усиление на уклонение, и все было бы тип-топ. Хотя и так справляемся. Тихо, 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 тихо. Сплинтер опять хандрит. Опять чуть не сфейлились. Ну что, получается еще два, да, еще два поединка.
Так, поехали. Здесь у нас уже 75-й, поэтому сплинтеры, ну, как я и обещал, мы с тобой уберем. И тут вся эта шайка противников будет. То есть и Бибуп, и Рокс, и Ди, и Шреддер, и, соответственно, Крэнк. То есть, ну, классический злодей получается. Ну, зачем ты это делаешь, Донни? Я не понимаю. Зачем ты Сюрикен потратил на двух каких-то маузеров? Мы бы и так с ними разобрались бы без проблем, в принципе. Не знаю, этот выбор... как сказать тебе? Выбор поведения наших бойцов, когда играет за них компьютер, я не знаю, ребят, непредсказуем. Я говорю, он суператаку может потратить просто на одного единственного противника. Суператаку. О, вырубил, отлично. Так, минус Маузер. Майки в... Леонардо в какой-то жиже там у нас сидит, непонятно. Так, тут еще и 5 волн к тому же. Переходим с тобой на четвертую. Молодец, Донни делает усиление. Апперкот делает Рафаэль, тем самым вырубая клан футовца. Ну-ка. Вот он. Удар Глефой. Так, ну добиваем его, да? Отлично. Рафаэль берет провокацию. Соответственно, все, наша команда уже в безопасности. И, соответственно, он дает сдачи всем. Вот, вот. Согласись, вот этот вот удар идентичен тому, как Бибо плетет с гранатометом. Неужели Майки сделал уклонение? Хоу. Только немножко он запоздал с этим уклонением. Хотя нет, для следующего поединка уклонение как раз нам и пригодится. Так как тут уже будет Крэнк. А Крэнк будет один, что ли, здесь? Точно, Крэнк здесь один. Ну что же, вдвойне интереснее. Как будто такое ощущение, как будто мы проходим с тобой смятение с другого измерения. Там же тоже он боссом последним является. Так, звездюлька пошла. Все, уже половины здоровья у него нету. Да, минус один сделал. Ну и кто добьет? Рафаэль, красавчик. Вот и все. Ну еще, по-моему, поединок у нас один остается. Еще один поединок. Здесь мы с тобой зарабатываем ДНК на Шреддер классику. Насколько я помню, да? Угу. Шреддер классический, а нам нужно Крэнк классический. Погнали. Ну, здесь то же самое. Все очень быстро и легко будет. Хотя уровень 80 на самом деле-то. Может быть, не настолько быстро и легко, но... Так, я надеюсь, ребята эти будут хилять как надо, а не за какой-то там ерунды пару пустяковой. Ну вот это вот, кстати, было вообще не вовремя свои танцы зажигать. И так бы, мне кажется, справились бы мы. Ладно, смотрим дальше. Переходим на вторую волну. Ну, тут 4 кланфутовца, так что разберем на изи. Так, минус один. Рафаэль, сдачи. А, у них броня. У них броня, по-моему, еще и хил. Ну, ничего себе, вот тут устроились. Молодец, Лео. Чтоб долго не париться с ними, да? Хотя вертушка бы нам пригодилась бы в дальнейшем, скорее всего. Ух. Сразу двух клан-футовцев вырубил. Молодец, Донни. Так, предпоследняя, четвертая волна. Минус жестянка. Вот зачем надо было Маузера бомбить суперударом, я не понимаю. Хотя мне не нравится у Майки вот этот суперудар. Вертушка. Фигня какая-то на самом деле. Так, вырубаем кланфутовца и снимаем броню с консервной банки. Попасть он по нам не может. Все, вырубили. И последняя волна, это кто у нас там? Все, да? Крэнк? Ну да. Все классические злодеи. Единственное, что он сюда вот что-то втянули этого кланфутовца. Зачем-то, могли бы кого-нибудь другого взять. Так, бафается, да? Угу. Ну, чего-то там такое. Что он делает?
Ух ты, массовая атака. Так, что-то мои хандрят, по-моему, ребята. Не хотят драться совсем. Так, минус Шреддер. О, Рафаэль взял провокацию. Ну, теперь это будет полегче. Так, минус Крэнк. Ну и остаются эти два болтуса. Бибоп с Рокстеди. Интересно, кто-нибудь успеет додумается хильнуть команду? Или не додумается, а? Нет. Они решили, что не стоит. И справились сами. Ну вот. Ребята, на автобой полностью все это событие мы с тобой прошли. И смотрим. Так, Крэнк классический. Сколько у меня там? Блин, 26 всего лишь сыра. Ага. В ратушке, друзья мои, в ратушке. Я думал, что здесь будут Бибоп и Рокстеди. А ничего подобного. Здесь Крэнк. А вот здесь вот. Блин, и что делать? Давай, наверное, здесь попробуем. Маяк. Доллары. Комикс. Опа, Бибоп классический, есть дело. Так, и последний. Во, и Рокстеди тоже классический мы выбили. Вот это я понимаю, ребята, вот это хорошо. Так, ну а мы с тобой двигаемся на турнирную арену. Нас сбросили до Лиги Самураев, прикинь. Вот так-то. 19-15. Так, ну что? Попробуем своими силенками. Тут майки, правда, ё-моё. Трындец. Не, ребят, тут не будем пока пробовать. Тут я с ними быстренько разберусь. Быстренько. Интересно, получится ли у меня с помощью караки их забомбить быстренько. Сейчас посмотрим. Так, ну-ка давай. Ну, понятно, понятно. Естественно, идет отхил. Идет усиление команды. Так, давай кадрон позовем. Фигня какая-то полная. Неужели все это хана нам? Ой-ой-ой, вот все, ребята, на, нашли, так сказать, жертву. Провокацию давай-ка, крип. Ух, все что ли, да? Блин, сейчас добьют. Как бомбашит. Кого нам тут убрать в первую очередь надо? Наверное, все-таки майки. Теперь. Ну что теперь? Теперь вот этого майки. Окей. Так, Донни. Блин, Ванька там еще этот. Ну давай попробуем. Ванька может гранату сейчас пустить. Или еще что-нибудь в этом роде. Карайка, ну, пожалуйста. Есть. Пум-пум-пум-пум. Так, это замедленно, давай, наверное. Давай вот так вот. Это, ну, он не хиляет, по-моему. Он просто иммунитет вешает. Да чтоб тебя, блин. Тогда сюда бьем. Да ты отдуплишься сегодня или нет, а? Есть. Ну-ка. Фу, друзья мои, вот это да. Вот это мы справились, блин. Трындец, конечно. Я думал, все, будет фейл. Да, Бибоп получал, конечно, там будь здоров. Но мы прошли, справились все-таки. Так, с 15-19, да, до сих пор еще идет. Противника сразу понизили, дают нам 49-48 уровень. Но радоваться, я не знаю, стоит ли радоваться нам. Попробуем, у него очень много массовых атак. У него Бакстер, Донни, эти маузеры. Так, может быть, заблокируем половину? Фигушки только у этих заблокировали. Так, тогда надо нам, по идее, Донни вышибать.
потому что это хиллер, лекарь. Ну, упадет он. Фиг там он упал. Морозильная кошка, вся надежда на тебя. Есть. Так, теперь давай, наверное, масуху. Постепенный урон отлично сработал, хорошо. Угу. Да чтоб тебе, смотри, смотри, смотри. О, блин. Сейчас же эти, да, сходят? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не знаю, поможет ли нам это хоть как-то. Нет. О, промахнулся, я уже было обрадовался. У них двойная атака. А мы чуть-чуть с тобой не дотянули, блин. У нас два лекаря, и мы сфейлились, ты прикинь? Это, конечно, было жестко. Чего? Промахнулись? Да. Если бы не вот эта вот двойная атака у этих маузеров, мы бы здесь бы выиграли. Не потеряли бы мы Эйприл. А так ни шиша у нас не получилось. Идеально пройти, скажем так. Эх, жаль, обидно. Обидно, конечно. Ну давай уже добивайте, господи. Ну давайте еще отдуплитесь мне тут от постепенного урона, а? Вы издеваетесь, что ли? Я не пойму. Вот так вот. Нервы мои испытывают, а? Ты посмотри. Так, ну что, хорошо. Хотя ничего хорошего здесь нету. Так, в бой. Давай-ка мы 15-19 попробуем выловить. Нас тоже, как ты видишь, понизили, да? И теперь я уже буду в наглую, так сказать, бомбить. Берем паукса. Раз они не справляются у меня в одиночку, соответственно, будем брать их с туповыми персонажами и уже справляться так. Мне надоело тут фейлиться на ровном месте. Так, паутинку бросай свою. Окей. Бросаем гранату. Так, Эйприл жива. Да и твою ж... Еще хиляет так мощно, блин, а? Смотри, сколько она восстанавливает здоровья. Ну-ка, дрон. Слабовато все равно. Все равно слабовато. Так, минус Лео. Сможешь шатать его? Нет. Ну вот теперь Майки остался один. Отлично. Ну, здесь не потеряли, опять же, благодаря, наверное, все-таки Паукусу. Паукус очень много нанес урона противнику. Плюс меткость понижал, как ты видел. И мы переходим с тобой, да. Все, мы вернулись. Но не на ту позицию. Мы с тобой закончили на трех звездах, да? Ну что, здесь я возьму Ванюшу, пожалуй-ка. Ну и поехали. Раз, два, три, четыре. И вот этих вот наших храбрых, так сказать, бойцов невидимого фронта. Давай, Ванюша. Ага, давай, Ванюша. Кукарайки 54 уровня, друзья. 54 уровень переплевывает моего 90 уровня. Обалдеть. Но зато против базуки не попрешь. Так, двигаемся дальше. Сколько ступеней пролетаем? Ну, 20 с копеечкой там пролетаем, отлично. Может быть, дадут нам... Вот, 15-20. Возьмем Джастина. Раз, два, три, четыре. Ну что, Джастин сейчас со своей массовой атакой. Запах изо рта у него. Такой неприятный удар, да? Он еще и негативку вешает. Так, ну у них по инициативе. Опять же, смотри, опять же они меня переплевывают. Поехали. Хлоп. Так, дальше что? Надо Хана, наверное, убрать.
Окей. И теперь ракеты. Ракеты, как говорится, к бою. Упс, я думал, добьем. Замечательно. А почему здесь вот кожа головы выглядит вот так? А, ну в принципе это в старых версиях комиксов и мультиков, когда он ходил в этой в шляпе, да? А в 2012 года он как раз такой и был. Он же как бы сбежал с лаборатории. Подожди, нет, он не сбежал с лаборатории. Он вообще, по-моему, с другой планеты. Кожеголовый. С лаборатории сбежал, это у нас Рокмал. Да и то, это был профессор, над которым сделали эксперимент. По-моему, даже его дружок, если не ошибаюсь, сделал эксперимент и превратил его в обезьяну, в шимпанзе. Но зато в умную шимпанзе. Так, что я тут мельчешу? Давай возьмем Донателло. Я думаю, здесь будет достаточно его на сюрикенов. Да, это шимпанзе. Она еще обладала ментальными свойствами, то есть телекинезом или телепатией. По-моему, тем другим. Так, ну-ка. Серьезно? Ну-ка, если рубанем. Молодец. Добьешь? Четенько. Просто идеально. Но не хватает мощности у Дони, как ты видишь. Сюрикены, хоть и прокачаны до 6 ступени, но не валят они противников. С полтычка не валят. 23-я позиция. Ну что, возьмем, наверное, вот так. Одного ЗК будет достаточно, как думаешь? Я думаю, будет достаточно. Зэк сейчас бросит бомбочку, соответственно, должен замедлить их. Может быть, даже кто-то упадет. Такая вероятность есть. Поехали смотреть. Не упали, но критично, критично здоровье у некоторых. Давай-ка, наверное, вот здесь вот бомбанем. Упс, не упал. А если баллончик? Вот так вот. Баллончик сработал, баллончик всех сбил с ног. Сейчас-то мы, интересно, перейдем с тобой? Нет. Вот такие вот дела. Еще не пришли. Так, беру здесь Леонардо. Его здесь одного будет достаточно. С его-то супер-вертушкой. В легкую. Ну давай, Лео, жги. Красавчик. Также можно взять, в принципе, и Шреддера, и Усаги. Кто у нас там еще? И Бакстер Стокман. Да? Ну что, Сёгун 2 звезды. Потихоньку возвращаемся на прежние наши позиции. До Лиги Мастеров хотелось бы дойти сегодня, но это, наверное, не получится сделать. Хотя, я даже не знаю. Ну, посмотреть можно. Сможем ли мы дойти или нет. Мне кажется, у нас не хватит просто вот персонажей брать, чтобы, ну, пройти там. Лигу Сёгунов 3 звезды возьмем однозначно. Вот возьмем ли мы мастера. Откатов у нас, ну, почти 30 штук, да? Там 28 или 29. То есть, грубо говоря, это на 10 поединков. Это если придется делать откаты. Так, какая позиция сейчас? 61, то есть 20 ступеней пролетаем. 20 позиций, да? Если бы они мне еще давали бы, вот, например, 15-21 или 16-21, был бы как бы выхлоп у нас. Во, есть. То есть выхлоп, мы с тобой бустимся тем самым. Ну, ускоряемся в продвижении. А если они дают мне все одно и то же, там, 15, 15-18, 15-19, то, конечно, я на месте топчусь. Ну-ка. Отлично. Ну, от Армагона другого ожидать и не стоило. Конечно же, он всех сносит.
Так, двигаемся дальше. Должна быть 41-я, да, позиция? По идее. 40-я, отлично. Вот, 16-21. Беру сюда Усаги. Так, он, блин, он 58 уровня. Он 58 уровня. Он сейчас тут начнет опять свои эти выкрутасы делать. Ну, уклонение, если, конечно, успеет. Если его Усаги быстрее, как говорится, не приберет к рукам. А приберет к рукам как? Через постепенный... А, вот так вот даже. Вообще разобрали тут на изи. Одного удара было достаточно. Ну, Усаги красавчик. Ну и противник был так себе. Ватненький. Ну что, 20-я позиция, да? 18-я, отлично. Я думаю, что после этого поединка мы с тобой уже перейдем на следующий ранг. То есть Лига Мастеров 3 звезды. Тихо, тихо, тихо. Так, молодец, Рафаэль. Слушай, подожди, вот что ты делаешь, а? В смысле, сколько здоровья ставила? Так, берем провокацию. Блин, это Донателло меня еще напрягает, там стоит колдун. Окей. Давай-ка, наверное, вот сюда. Да. Называется, урон нанесли, который я даже не увидел. Все, постепенно урон их уничтожил. Обожаю постепенку. Так, и мы с тобой переходим, да, Лига Сёгунов 3 звезды. Но нам нужно с тобой попытаться дойти до мастера. 16-20, а может быть дадите мне 16-22? Не, не хотите дать? Не хотят. Ладно. Раз, два, три. Четыре, пять. У них 60 какие там? 63, 63 или 68 уровни? Я не понял. А, 60-е. Тогда можно расслабиться. Ничего здесь страшного не будет. Возьмем провокацию. Возьмем с тобой баф. А на контратаку только кому? О, Рокзару повесили, отлично. Это, кстати, очень круто. Тут еще и Сплинтер тоже с контратакой. Минус Майки. Минус Муха, чтоб не вякала и не хиляла. Отлично. Бомбим. Так, добивай его. И остается нейтрализатор. Ему крышка, все. Рокзар считает за счет своей способности, вот этой, которую он получил от баф. Крис Брэдфорд, который повесил ему этот контратака. Все, он справился сам. Причем он как под провокацией, как тот же самый Рафаэль. Когда получает урон, он мстит. Так, 16-21. Ну давай вот эту вот команду возьмем. Тут уже придется, ребята, брать откаты. Раз, два, три, четыре. Тут уже придется брать откаты, потому что противник выше уровнем, да, у нас там еще нужно отыгрывать, отыгрывать и отыгрывать. Ну, здесь будет достаточно одних шипов. Ну, в принципе, да, достаточно было бы. Постепенно урон их все равно бы хлопнул, что одного, что второго. Так, и какая там у нас... 60-я, да? Блин, да дайте мне уже там, не знаю, 17-22 или 16-22. Как у вас там идет? Вот, 16-22. Все-таки я был прав. Ну что, я беру тогда Армагуна. Блин, опасно. Опасно в том плане, что противник-то круче наш. И Армагон, может быть, здесь даже не справится один. 76 уровень все-таки. А, 65-е. Ну, сейчас проверим. Ну, пока справляется. Причем довольно неплохо. С одной плюшки, тьф,
всех в минус. Так, и какая? 40-я? 42-я. А я попробую опять все-таки. Вот. Шреддер. И... ну, тут последние бойцы у нас, получается. Раз, два, три, четыре, пять. Как раз на последний поединок у нас тютелька в тютельку. Шреддеров берем и остальных на доборе. Ну-ка. Ага, ну тут постепенно. Кроме мухи. Муха, ты чё... ты чё творишь, а? Твоё налево, все пошло не так, как я хотел. Ну-ка, попробуем. Блин. Защита. Сейчас кого-то начнут. Ты посмотри. Нам нужно срочно взять провокацию. Фигня какая-то была, да? Так, наверное, нам надо Дони врубать, скорее всего. Теперь пытаться как-то Ваньку. Сейчас, по-моему, крышка Дони будет. Попробуем так врубить. Отлично. Теперь давай валуном. Все, повезло. Очень круто и крупно нам повезло, потому что здоровья было у Донателло даже как у провокатора очень мало. Но стойка сегодня подвела. Слушай, нет, мы, наверное, не зайдем все-таки в Лигу Сёгунов. Ой, в Лигу Мастеров. Не хватит там буквально капельку. Буквально чутка. А, так. Так, так, все. Погнали. Ну, кто у вас там? Шреддер? Поехали. Ну, тут все хорошо получилось. У всех постепенно урон был. И добили. Отлично. Ну, такое вот бывает, что недоразумение, когда не вешается постепенный урон, а у тебя в команде, кроме Шреддера, больше никого и нету. Ну, да, ребята, не попали мы с вами в Лигу Мастеров. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, завтра продолжим. И уже залетим. Может быть, даже зайдем в Лигу Мастеров 3 звезды, кто его знает. Так, ну а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!